приветствую всех участников 11-го велопробега. Не просто участников, чемпионов, настоящих чемпионов газовиков. Вместе мы сила. Сила Трансгаза, сила Газпрома. Даю старт. Движение к победе. Вперед! Подготовка была просто невероятна. У нас же была мультигонка, и это, мне кажется, суперская подготовка к велогонке. Вот, мы едем не на скорость, мы едем ради удовольствия, ради памяти, ради традиций. Это заключительный, можно сказать, уже этап, крайний день, и нужно его провести с удовольствием и завершить вот таким вот замечательным мероприятием. Соблюдать дистанцию, ехать аккуратно, не отвлекаться. В том году проехали, получили классную футболку, заряд эмоций и пришли уже в этом году участвовать. Хотя за последние, наверное, 3 километра, смотрю, откуда-то они взялись, и организм сам начал подгонять ноги, пошел, а потом как под горку вроде пошло. Приехали в лидерской группе, было бы 80-100 километров, было бы вообще отлично. Я, в принципе, занимаюсь спортом, поддерживаю себя в форме, поэтому каких-то дополнительных тренировок не было. Ну, я всегда и стараюсь идти третий-четвертый ряд, но к концу что-то отодвинуться где-то в 7-10. То есть самое любимое – это велопоходы. В этом году съездил по льду Байкал 210 километров. Сейчас самый любимый отдых из всех, который был. В массовом велопробеге участвую первый раз. Очень понравилось. Скажу честно, очень быстро проехали, даже не ощутили эти 36 километров. Было тяжело, но было весело. Прям заряд энергии максимальный, потому что я, наверное, лет с 13 мечтал поучаствовать в велопробеге, потому что это меч. Я каждый раз видел, когда «Газпром» организовывал велопробег, и я хотел именно поучаствовать, и вот мечта наконец-то не сбылась. В принципе, дорога была хорошая, организация отличная, то есть трасса классная. Последний спуск, конечно, в Реликовом лесу. Прохлада прям бьет в лицо, шикарно. Ехали в начале, велопробег вообще получился, я считаю, очень даже удачный. 25 километров дистанция, казалось, что не проедем, будет тяжело. На самом деле очень легко все прошло, час пролетел незаметно. Положительные эмоции, вот лучше ничего нету. Вообще впервые на велосипеде, никогда не увлекался велогонками, велоспортом каким-то, но дистанция далась легко, здорово.